Прежде чем совсем закончить, я все-таки нарисую оригинальную картинку для отображения подковы, чтобы было понятно, в чем здесь подков. Оно чуть-чуть сложнее для анализа, но обладает всеми теми же свойствами, которые мы сейчас обсуждали. Оно устроено так. Мы берем квадрат, после этого его точно так же, как в нашей конструкции, изгибаем вот так вот. После этого мы берем вот этот длинный прямоугольник, вот так вот его гнем в виде подковы. И накладываем эту подкову на наш исходный квадрат. Вот это оригинальное отображение подковы, которое придумал Стив Смейк. Свойствами она обладает такими же, как наш. Она тоже обладает хаотическим поведением и так далее. Надо сказать, что когда это отображение было открыто, это произвело некую революцию в теории динамических систем. Потому что до того момента, как оно было открыто, было ощущение, что система в основном обладает не хаотическим поведением, по крайней мере, вот такие сравнительно простые. После того, как это отображение было открыто, стало ясно, что на самом деле хаотическое поведение является типичным в некотором смысле для динамических систем, в том числе вот таких вот не очень сложных.